Великий укротитель автомобилей 5. Смотри, что я украла у своего папаши. Слушай, это сигареты. Давай закурим, давай закурим. Свали отсюда. Опять на телефоне сидит. Ну что, пойдемте, пойдемте наружу. Вообще, действительно, обещали очень много машин. Тот звонит. Саймон. Фрэнклин, Фрэнклин, я тебе как раз собирался позвонить. Слушай, у меня для тебя новая работа. Довести меня, пожалуйста. Говно вопрос. Слышь, водить-то учись. Твою мать! Вот это красотка. Господи, магнитола даже интерактивная. Ну ни черта себе. Слышь, привет. Привет, мой мальчик. Я так рад тебя видеть. Так рад. Люблю тебя. Слышь, какой-то мне пацан. Чё ты говорил про работу? Да-да, работа. Ты, кстати, сотрудник месяца. Франклин, поздравляю. Это было сложно выбрать. Сложный выбор. Слушай, мне кажется, это все приятно, но мне нужно двигаться дальше. Мне это все надоело. Где перспективы? Слушай, давай ты мне расскажешь, чего ты хочешь, а я тебе просто объясню, почему это невозможно реализовать, а? Вот так вот, давай. Слушай, завтра ты разбогатеешь, я тебе обещаю. But if I did, I want him to be just like you. А привет, диггеры. Привет, Ламар. Чё, как дела, чё, всё? Да, ништяк. Представляешь, сотрудника месяца его назначили. Ты чё, стебёшься, что ли? Слушай, не начинай. То есть, я работаю, значит, а его сотрудника месяца назначают. Слушай, я не допрашивался. Почему, блядь, я моей рожи здесь нету, а? Твою мать, я, твою мать, с утра работаю, днём работаю, вечером работаю, ночью работаю. А это, сука, сотрудник месяца. Пошли вы нахер, ниггеры. Я с вами больше работать не буду. Слушай, ты будешь сотрудник месяца в следующем месяце, обещаю. Ты серьезно, серьезно, ты что? Пошел ты. Слушайте, не ссорьтесь. Все будет хорошо. У меня для вас работа есть. Какая работа? Что-то говорит непонятно на английском. Хорошо бы выбудил эту работу. Прошу вас, сотрудник месяца. Пошел ты. Поехали на пляж, отдохнем, конечно. Так, классные белые доски. Socks and sandals like a boss. Угу. Ты будешь вести. Конечно, я.
Much I love fucking around right now, nigga, we gotta go. Слышь, хватит там пиписьки трясти, давай, да, пора уже. Hey, wasn't that motherfucker who took the bike that S.A. Vagos dude with the tattoo on his face and shit? Yeah, that was him. Fuck, homie. I don't want no unnecessary bullshit here, alright? Nigga, I don't give a shit. It's a reason Simeon pays a couple of mean-looking motherfuckers to come repo this shit. We ain't Girl Scouts. In your case, I ain't so sure about that. Man, step up, nigga. Of course this dude real. Who else gonna have a required surplus of paper and deficiency of brain cells? He just put a dub down on this bike. 20 G's? With a 3G note? Damn, that motherfucker must be tricked out, dawg. Чё, вот смотри, ты говоришь, я должен это переводить, да? И это я должен переводить. Да вы все достали меня уже. Да тебе просто поиграть наконец-то уже. Твою мать, просто постримить. Твою мать. Слышь, заткнись. Смотри, какие девчонки. Смотри, какие кальсоны. Привет. Хочешь к нам в машину? Ни хрена тебе сегодня сиськи-то. Куда побежала? Покажи сиськи, а. Сиськи покажи. Мы со СК2 ТВ приехали, покажи сиськи. Спортсменка. Комсомолка. О, вторая комсомолка. Привет. Потряси сиськами, пожалуйста, ну пожалуйста, потряси. Чё ты орёшь-то тут? Повторяй за мной. Смотри, какой... Шизанутый придурок. Давай-ка подойдем к нему. Эй, чувак, с тобой все в порядке? Слышь-то, вали давай. Hey, look, let's keep it smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Чувак, давай поосторожнее. Слушай, не будь пиписькой жесткой. Слушай, из-за твоих дурацких затей мы постоянно попадаем в передряги всякие. You should know a block makes a difference. Hey, hold up. Got to be in one of these motherfuckers. Man, it gotta be here, man. Come on. Боже, кто должен проверить гаражи, как там сказали. Yeah, I'm on vacation. It got to be this other one. Ну, видимо, в другом гараже. А что мы ищем? Ain't nowhere else it could be. Бронежилет. Я полагаю, в этом гараже. Давай шевели свои жирные задницы. Куда же он, сука, спрятал ее, а? Нас обманули. О, привет, друзья. Привет, дюки. Видел вот эту штуку, а? Видел, сука? Придурок, ты зачем стрельбу-то устроил? Ну началось, твоя мать. Давай, стреляй, стреляй в танк взрывоопасный сосуд, как его?
Давай за мной. Там всего двое осталось. Стреляй в него, стреляй, ты сука! Мышка удобна, чем с геймпада целится, да, определенно. Ощущения потрясающие. Когда ты особенно знаешь, что это GTA все-таки, а не шутер. Кто вспомнил этот момент, не грози Южному Централу, да, было такое. Это же у нас водитель, да? Слушай, погнали. Я хочу же зарплату получить свою. Чувак, так не должно было произойти. Мы их просто всех расстреляли нахер. Тут чувак. Он от нас удирает. Наверное, потому что он на мотоцикле. Да, капитан, на мотоцикле. А ты, капитан Улитка. А тут с дороги. У меня бибика не работает. Надо прострелить его колено. А то мотоцикл нужен, надо остановись. Стреляй в него, стреляй! Пристрели его! О господи, он упал! Бери его байк и встретимся в назначенном месте. Все, увидимся. О господи. Вот это секс. Чувак, ты психопат. Ты чё, чё делал там? We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. Соси член. Член соси, понял? Вот что я тебе думаю. Миссия закончена, да, там все на экране.